Друзья, всем привет! Сейчас вот буду кушать супчик. Это рассольник. Вот так он выглядит. Вот такой красивый, замечательный. Вот, смотрите, какой рассольничек, да? С курочкой. Такой наваристый, вкусный. Запах изумительный. Это только его приготовили, только сварили. Вот, еще пар из него идет, видно. Такой вот супчик классный. Вкусный рассольчик. В общем, друзья, будем сейчас с вами кушать. Вот, если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Супчик, рассольчик. Супчик, рассольник. Такой вот супчик. Так. Вот так выглядит. Такой вот суп. Майонезик. Сейчас добавлю майонезика сюда. Вот. И еще у меня что есть? Еще у меня есть вот такой вот перчик острый, целый пакет. Смотрите. Он очень острый, вкусный вообще, сногсшибательный просто. И сейчас я его буду кушать. Вот этот офигенный перчик. Он высох, он сухой, но тем не менее очень вкусный. Я только откусился совсем чуть-чуть. Такой мощный. Это у меня отец выращивает такой перец на огороде. Вот. Это он передал. Вкусняется. Да, вкусно. Как вкусно. Так, покушаем мяско. Тут мяско. Вкуснятина.
Объедение, друзья. Просто объедение. Мяско. Сегодня мы выпечем вкуснотищу такую. Да еще перчик один взял. Вот он маленький, да, но он намного мощнее, чем такой большой перец. Друзья, очень вкусно. Очень вкусно рассольник. Да, перец вообще офигенный. Перчик. Объедение, друзья. Все, друзья. О, классный перец. С рассольничком самое то. Ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Пусть удачи всегда вам сопутствует. Пусть все ваши мечты сбываются. Ну и всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Все, друзья, увидимся. Всем пока.